Выездная модель. Школьников, студентов, да и просто всех желающих в эти выходные ждут на Кумысной поляне. В техническом университете решили провести научный пикник. Что это такое, поймете, если сюда придете. Но организаторы обещают, работать будут различные площадки. Есть вещи, которые в нашем университете культивируются, поддерживаются. Это вот баги, картинг, там некоторые вещи гуманитарного направления, там историческое фехтование и так далее, которые вот в рамках лаборатории не покажешь. Вот. Ну и вообще как бы формат на природе, он как бы предполагает более такую подвижную среду. Даже несмотря на пасмурную погоду, здесь точно будет жарко. Команда по американскому футболу «Саратовские авиаторы» открывает новый чемпионат. Ребята долго тренировались и теперь готовы дать бой любому сопернику. Дело за вами – прийти и поддержать нашу команду. Любишь кататься – катись. В эти выходные встаем все на ролики. Тем более повод есть. В Саратове пройдут соревнования по роллер-спорту. Будет организован детский чемпионат, но организаторы обещают, что посоревноваться смогут и взрослые. Так что я тренироваться. Ну вот хотелось как раз уйти от города, потому что хорошая погода, май. И вот попробовать вот эксперимент такой поставить в лесу. Ну, в то же время там есть асфальт. Вот, пусть дети в конце концов подышат свежим воздухом. Подкова на счастье. Отправиться в выходные можно будет и на Саратовский ипподром. Здесь пройдет торжественное открытие сезона, скачки, бега, концертные программы. Посмотреть будет на что. Это мероприятие всегда у нас проходит очень красочно, очень весело. Вход свободный, пожалуйста. У нас здесь и парад лошадей, и выступление маленьких спортсменов на пони, и розыгрыш приза победы, приза открытия бегового сезона. В общем, выбор за вами. Удачных вам выходных!